В День всех святых митрополит Челябинский Миасский Никодим посетил город Снежинск. Здесь владыка возглавил служение божественной литургии в Свято-Сергиевском храме. Деревянный красавец храм в центре Снежинска – первый общедоступный храм города. Он был освящен в 2015 году. До него в закрытом городке была лишь небольшая церковь на территории военной части, часовня на кладбище и молитвенная комната в научно-исследовательском институте. На божественную литургию верующие ездили в соседнее село Воскресенское. Сейчас приход Снежинского храма существенно умножился, и православные снежинцы теперь помогают построить большой храм в честь иконы Божьей Матери Державная, который заложен неподалеку от деревянного. На все значительные праздники верующие во главе с духовенством крестным ходом приходят на стройплощадку и молятся о благополучном возведении новой городской церкви. Идейным двигателем, несомненно, является настоятель прихода протоиерей Павел Федосов. Многие снежинские семьи благодарны ему за пастырское окормление. Рядом с батюшкой его верный помощник, священник Павел Беспалов. Вместе с прихожанами они посещают пациентов городской больницы, проводят детские концерты, а приходская молодежь даже организует ежегодный велопробег. Владыка Никодим поблагодарил духовенство и всех прихожан за совместную молитву. Свою проповедь он посвятил евангельскому чтению этого воскресного дня о том, что не надо привязываться всем своим сердцем к тому, что нас окружает. Смысл не здесь, а смысл там, с Господом. Вот в чем заключается смысл нашей жизни, бытия церкви, нашего общения с Богом. И в этом пути, пути страшном, тяжелом, необходимы нам помощники, которыми являются те святые, которые достойно прошли этот земной путь. Для нас они являются не только молитвенниками за нас грешных, но прежде всего являются тем ориентиром, глядя на который мы понимаем о том, как устраивать свою земную жизнь. В эти выходные город Снежинск отметил свой 60-летний юбилей. Правящий архиерей пожелал городу благоденствия и процветания, а всем жителям крепости душевных и телесных сил на многое и благое лето.